Мне бы хотелось закончить концерт песней, которая называется «Калашников». Это шуточная песенка, в ней поется о моих земляках, которые очень любят ходить с оружием, и я начну эту песню как на войне. Не знаю, кто из вас любит военные песни, но я ее спою только один раз. Наши солдаты говорят «давай», а французские «заряжай». Давайте поиграем в войну. Труба подает сигнал. После этого та-та-та я говорю раз, два, три, четыре, а вы заряжай. Ясно? Только сильнее. Труба. Раз, два, три, четыре. Заряжай! Еще раз зарядим.
Труба! Раз, два, три, четыре! Заряжай! Вы замечательная публика. Играть для вас огромное удовольствие. Большое спасибо за этот вечер. На русский язык фильм озвучен отделом дубляжа лицензионных программ. Режиссер Ольга Татищева, звукорежиссер Александр Филич, ассистенты режиссера Оксана Тесленко, Людмила Рисковская, администратор Наталья Савалевская, инженер звукозаписи Алексей Лещеловский, редактор Наталья Шаруба, перевод Татьяны Буйневич. Текст читали Светлана Тимохина и Александра Васько. Фильм предоставлен Международным французским каналом. Минск, 2009 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.